Сериал «Полицейское братство», 15-16 серии. Анонс. 15-16 серии выйдут 26 апреля на телеканале НТВ в 20 часов. 15-16 серии. В Петербурге происходит серия нападений на инкассаторские машины и ювелирные магазины. Погибают случайные прохожие. Январев и Зубов быстро выходят на банду и в перестрелке убивают их водителя по кличке Лом. Январев впадает в депрессию. Чтобы обезвредить беспредельщиков, новым водителем под прикрытием к ним устраивается Тарасов. Монро требует, чтобы Шилов вернул ей вложенные в него деньги. Январев и Тарасов выслеживают маньяка, убивающего стриптизерш. Монро проводит через фирму Гарина партию водки из Финляндии. На самом деле, в бутылке рассортирован синтетический наркотик. Январев и Шавырина выявляют связь нового наркотика с деятельностью Монро и рассказывают об этом Гарину. Гарин заявляет Монро, что наркотиков в городе не будет. Она объявляет ему войну. Незабудкин предлагает Шавырину стать его телохранителем, а Январев пытается ухаживать за Настей. Тарасов все ближе знакомится с соседкой Верой.